Всем привет, ребята! Вы на канале Даниэль Бай Влогс! Привет! Аня! Это было правильно. Вообще, это Даринка, Аня и Вера. Все, мы все здесь. Мы все в сборе, наконец-то мы все, смотрите. Вот Влад, Вера, Аня, мы. Мы после школы. Да, с рюкзачками. Только я, правда, уже зашла домой и выложила все книги, тетрадки и взяла все самое нужное. Ну, я тоже. Ну, да. Да. Ну, они вообще, как всегда, после школы там ничего почти не вылаживали. Короче, да, они, как всегда, да, свои репертуары. У меня есть хорошая сестра Алена, которая носит мои книжки, мы с ней сидим по парте, поэтому все отлично. Капец, ну, как всегда, пошли себе, наверное, погуляем. Все, мы сейчас пойдем погуляем, где там посмотрим что-то, может быть, что-то себе прикупим. Да. Да. Возможно. Так, где вы все? Где вы тут все? Где вы? Влад? Влад, ты где? Я Влад, иди на это. Не теряйся, да, идите. На вот так вот, я буду на это. Так, давайте куда-то пойдем. Давайте. Да. Может, в какой-то магазин? По... А давайте одежду. А в кафе? А в какой кафе? Ну, не знаю. Давайте вот сюда, вот в кафе. Да, давай. Яркая, да. Чего вы все так смеетесь? Что? Им заняться просто нечего, как всегда. Да просто да. Кстати, красивая очень кафешечка, тут яркая она очень. Очень яркая, кстати. Да, очень яркая. Таким пирожным, Даринка. Пироженка, пироженка. Это лавочка, смотрите, смотрите. Круто, давай мы тебя сфоткаем. О, на, возьми камеру. Вау, круто. Вау, смотрите, какая тут красота. Ты вообще меня не видишь. Что ты делаешь, Аня? Видимо, кто-то тут не умеет снимать. Да что, ну ты же нас постоянно снимаешь. Ты у нас супер лавочка. Так, давайте, вот, давайте я Леру сейчас засниму. Вот, смотри, надо сфоткаться, фоточка, надо обязательно фоточку, фоточка. Вот, вообще крутая стрелка. Ну, да сюда смотри, в камеру. Уи, красавица. Так, пошлите. Сюда, туда, сюда. Так, напротив солнца. Ух ты, что? Да. О, смотри, вкусняхи! Да ничего, только не упади. Давайте что-то закажем. Давайте. Так, да. О, вот сюда. Давайте сразу вот сюда сидим. Короче, давайте, ребятки, пока мы будем что-то заказывать, мы с вами на секунду, на миллисекунду, как всегда, попрощаемся. И... Привет! Еще раз. Да. И нам уже принесли наши тортики. Тортики, да. Как они пахнут, да. Я себе сладким заказала тортик Орео. Да. А мы сами... чизкейки. Да, у меня банановый, банановый. Вкусно пахнет. А у меня шоколадный. И тут еще есть такие надписи. Чизкейк. Вот, вот, надпись. Вот, 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 да. Так, извиняться девочкам, видимо, нечего просто. Да, ну мы что-то ждем. Ладно, ты телефон забыл. Мы видео снимаем, он телефон ищет. Ого! Дневник, тетрадь, колонка. О, колонка. Зачем тебе колонка? Колонка. Чтобы слушать. Ладно. Мы вчерашние сухарики забыли. О, где есть вчерашние сухарики, ребята? Со вчера лежат. Не съел, представляете? Беда. С нами сейчас поделятся точно. Так, а где твои наушники? Финал. Он у меня в кармане. Ну, кстати, ребята, ну, у меня есть идея. Слушайте все сюда. Сейчас каждый из нас будет высовывать все из своего рюкзака и ложить на стол. Это типа, что в моем рюкзаке? Да, что в нашем рюкзаке. Ну, да. И у кого будет больше всякой ерунды, тот загадывает всем остальным желание. А, опять желание. Ну, лучше, может, покажем просто. Анечка, ты опять будешь обезьянкой у нас? Не буду. Не хочу быть обезьянкой. Не красить. Так, ну что ж, поехали. Или тогда просто у кого будет больше всего вещей, тут просто будет надо. Короче, потом все в конце решим. Да. Давайте начнем. А теперь... Аня первая, да. Хорошо. Да, давай, Анечка. Я уверена, да, что у меня будет все по минимуму. Это потому, что у меня больше. Да, да. У меня есть такие две резиночки. Зачем тебе две резинки? Ну вот, как раз я рассказываю. Так. Две резинки это для того, чтобы если у меня на голове она поломается, ну как бы разорвется. Поломается, да. Голове поломается. Разорвется. Или же потеряется, у меня есть такие две запасные. Кстати, а тут есть блесточки. Ну, не растягивай, сейчас плохо видно. А, ну, в общем, ну ладно. Знаете, что у меня есть? Угадайте, что? Лак, ты ногти красишь на уроках? Да нет, Дарина, ты что, когда-то раз видела, как я ногти красила? Ну, если честно, было такое. Дарина. Что ты говорил, Лера? Я по-настоящему это было, она красила на уроках ногти. Такого не было никогда, Лера. А ты ела на уроке. Аня, ты мне еще ногти красила. Так, Влад, проехали. О, короче,
Мне нужен этот лак для того, чтобы если у меня пошла стрелка на колготах, я должна замазать обязательно, чтобы она дальше не пошла. У тебя уже были такие ситуации? Конечно. Ребята, пользуйтесь лайфхаками, не благодарите. Да. Пользуйся, не благодари. Я вроде бы что-то так сказала, но все равно. Пользуйся. Пользуйся. Так, ладно, поехали дальше. У меня есть игрушка Скиндера. Тут такой милашный котик. Зачем тебе игрушки? Да Аня, мы знаем, что ты ешь Скиндера тоже. Так, ну слушайте, зачем сейчас меня в эту ситуацию впутывать? Аня, потому что Дарина у нас очень-очень любит сладенькое. Просто, понимаете, даже если когда мы вырастем, мы все равно будем кушать эти Скиндеры, потому что они очень вкусные и там много сюрприза. Игра с игрушками. Игра с игрушками. Давайте пока мы сюда покажем. У Леры их столько игрушек. Лера! Кто здесь еще сладкоежка? Ну, ребята. Вот, смотрите, это мои часы. Часы? Я их положила в коробочку, чтобы они... Ты носишь с собой в школу часы в коробке? Зачем? Нет, чтобы они просто не подряпались, смотрите. А то не подряпались? Может быть, не поцарапались? Ну, не поцарапались, да, потому что стекло. Покажи. Аня! Вот. А тут еще браслетики дополнительные. Это браслетик, смотри. Так, очень красивые. Красивые. Там сердечком и просто кружочек. Мне очень они нравятся. Сейчас, кстати, покажу. Сейчас. Сердечко. Вот такое сердечко. Рукой переложи там сзади, потому что оно плохо видно. А, кстати, вау, у меня есть такое прикольное розовое платье, и, возможно, я под них одену эти крутые браслетики. Так, ладно, вот уже что у Дарины, у Ани есть. Да. Чем тут Дарина? Дарина еще больше. Книжечка по нашей музыке. Скажите, она очень прикольная. Конечно, очень крутая. Музыка, что класс. Я ненавижу рок-музыки, потому что... Я не люблю музыку. Вообще, это мой любимый урок и физкультура. Физкультуру я люблю больше всех. Ну да. Это Александровна. Ребята. И потому что... И вот мой любимый финал. Любимый финал. А почему он твой самый любимый? Потому что он так круто переливается. Скажите, куда ты ешь? Нельзя. Вера, есть. Ты что? Вообще Дарина его ела. Дарина! Когда я его ела? А у нас еще есть, мы, кстати, кажется, ручка. Да? Ну что, застеснялась Даринка? Мы, кажется, есть у нас такая еще ручка, у всех такая ручка есть. Единорожки, да? Ребят, покажи поближе. Вот, вот такая вот. Она прикольная. Переливается. Конечно, вот смотри, вас смотри. Как красиво. Очень красиво переливается. А кто угадал, как она переливается, напишите в комментариях. Нет, ты неправильно задала вопрос. Напишите лучше в комментариях, как вы думаете, почему здесь блесочки не перемешиваются? Да, вот. Смотрите, они берут и не перемешиваются. Ну, как так может быть? Магия. Попробуйте отгадать. А я знаю. Да. Хотя сначала думала. Тихо, не подсказывайте. Ладно, давай дальше. Так, дальше давай. У меня есть две тетрадочки по географии и по математике. Но мы идем дальше. Математика. Да. У меня такая любимая расчесочка. Зеркало. Так, и еще есть лизун, Дарина, лизун. Он лизун, я люблю. Так, а ну-ка. Ого. Оу, ма. Так, сюда нужно добавить запустить. Тихо. Он такой дорогой. Стоит, реально. Очень дорого стоит. Да? Ну все. Ну ты же нас слушай по слаймам, знаешь. Ой. Ну, просто... Аня, зачем ты это сделала? Помогите, пожалуйста. Дарина, ты мне без пальца засунула. Сейчас, тихо. Боже, все, тут уже трэш. Это трэш. Тихо, не пачкай меня, убери палец свой. Убери. Господи. Ой, фу. Теперь Лера вляпалась. Не, я умею из этой ситуации выходить. Меня Дарина научила. Лера, помоги. Мне просто Дарина научила, как надо. Нет, мне Дарина тоже очень учила. Но у меня что-то тут проблемы какие-то. У меня потому что руки сами по себе иногда бывают. Боже мой, девочки, как всегда. Ну что как всегда, Даринка, разве у тебя таких ситуаций не было? Ну, для этого нужно с собой носить загуститель. Он, знаешь, как дурак. А ты с собой загуститель принесла? Да. А, он у меня был, я его только что по дороге выкинула. Ну, да, я его выпила, она его выпила. Да, ребят, ну смотрите, что он так липнет. Ну, хватит его просто трогать уже. Ладно, я его уберу, сейчас быстро сниму с пальцев. Ой, боже, какой это кошмар. Это все Анины вещи. Нет, это еще не все, кстати. Так, нужно тортик подать. Ребят, мы залипли. Да, согласна. Знаете, есть такой челлендж, мы залипли. Сейчас я тебе дам. Да ладно, все, да, Аня. Да. Так, давайте теперь будет Лера. Ну, вот, нет, это еще не все мои вещи. Это еще не все. Ого. Дай салфетку. Я точно. Салфетку. Так, уже ребят, все, салфетку даю. Капец. Это закрываем этот слайм и убираем подальше. Закрывай сюда. Даринка, я тебе дам его на переобработку, чтобы ты там его как-то запустила, не знаю. В общем, ладно, давай дальше быстрее. Да, дальше, дальше, дальше. Так, все. Что у меня дальше идет? У меня дальше идет... косметичка. А, она на уроках красится, ребята, я перепутала. Она не ногти красит, она красится. Конечно, это не на один. Она все сразу делает.
А я не люблю на нее краситься. Покажи, что у тебя в косметичке. Ребятам очень интересно посмотреть. Ребят, вот, смотрите. У меня, конечно, очень много там вещей. У меня много кисточек. Они просто все, ну, как бы упали сюда. Вот, вот такие вот кисточки прикольные. Там для растушевки, там все такое. Дальше идет такой вот крем от прыщей. Крем? Нам он очень нужен. Это что, соус? Это какой соус? Какой соус? Попробуй. Понимаете, ребят, Влад уже думает, то, что это соус. Куда ты уже загребала? Тихо. Лера, что ты там хотела взять? Две туши. Прикольные такие. У меня, кстати, похожие туши. Мне вот это вот очень нравится. А я, кстати, не пользуюсь косметикой. У меня натуральная красота. У меня, кстати, тоже натуральная красота. Я тоже не пользуюсь косметикой. Мне а, мы сейчас посмотрим, что у вас там есть в рюкзачках. Есть такая еще штучка, она ресницы забивает. Мне очень и нравится. И ты ей пользуешься? Конечно. А я-то думала, почему они такие длинные ресницы? Она, кажется, на уроке там под партой вот так вот. И вот тот красивый очень палитра, который нам подарил Валентина Ивановна. Кстати, я могу вам сейчас ее быстро... Да, давай, покажи, покажи нам. Сейчас, ребят, ой, очень тяжело, кстати. Она очень легко открывается. Она очень легко открывается. Просто нужно уметь, Анечка. Ну да, сейчас, ребят, я ее открою и вам покажу быстро. А, ну давай к нам. Что ты там? Ну, Владу показываешь. Мне кажется, Владу не идет. Влад, хочешь, я тебе накрашу? Да, вот, давай. Смотрите. Вот, смотрите, тут много блесточек серебряных. Ой, закрылась. Так, смотри, смотри, все, смотри. Вы себя увидели. Ребят, смотрите. Тут есть серебряные и какие-то зеленые, золотые, и куча... Да хватит, я отвожу. Даже помадка. Вот. Но я это все закрываю. И что там у меня еще есть в рюкзачке? И, конечно же, мой любимый телефончик. Ну что ж. Ну все ж, теперь я. Да. Я сейчас это все обратно. Сейчас все это да, спрячу. Да, все, Анечка, слишком много у тебя вещей. Да, очень много. Знаю. Это очень много. Давайте сделаем наоборот. У кого будет меньше всех? Кто ты выиграл в нашем нет, 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 больше всех, но нет, ладно, нет, нет, нет. Я рюкзачок, я после школы, поэтому у меня там ничего такого нет, нету. Влад, у тебя вот, там меньше всех. Ну что ж, поехали. Так, что же у меня тут есть? Это дневник. Ага. Дневник. И ничего. Ну, это ничего особенного. И тетрадочка. Тетрадочка. Да. Знаете, она... Это все? Школы. Это нет. Все. Дальше у меня есть вот такой, сейчас я вам покажу, вот такой вот мой блокнотик, там все мои секретики. Ну, если вы хотите, чтобы когда-то вам показать, чтобы когда-то ребята, я вам его... А если вы хотите, чтобы мы все показали свои такие блокнотики? Тебя учили они перебивать людей? Ну, конечно, учили, конечно. Я рассказываю вам, а она меня перебивает. Да, вы знаете, вот я ее перебиваю, постоянно перебиваю. Так, тихо, да, пожалуйста. Ребят, если вы хотите, чтобы мы когда-то с девочками обязательно... сделаем, да. Показали вам такие продолжай блокнотики, то тогда ставьте лайки и пишите в комментариях, да, что вы да, хотите пишите, увидеть. Да, ну да, я шучу. Все, все. Я шучу. Ты но я покажу только первую страничку. Ты обиделась? Да, ну, Аня. Ну ладно. Вау, как красивая первая страничка. Ну покажи. А тут информация уже начинается секретная. Поэтому если вы хотите... Да. Секретная информация. Да, поэтому если вы хотите узнать, что там за информация, то тогда обязательно... Ставьте лайки и пишите в комментариях. Кстати, тут очень такие красивые странички. Разноцветные. Как радуга. В общем, крутой блокнотик. Дальше у меня... Это все, наверное. Забудьте. Все. Дальше у меня двухсторонний скотч. Чтобы кто-то очень почему? Мало говорил и не перебивал меня. Посмотрите на это. Все. Теперь у нас... Ну ладно, снимай, снимай уже, снимай. Да снимай. Аня. Ой, больно. Это будет тебе уроком, что остальных перебивать нельзя. Да я знаю, не буду больше перебивать ну никогда. Что? Дальше у меня зарядка. Зачем тебе зарядка? Ну, а вдруг у меня разрядится телефон, а я буду идти, ну, а да. У меня разрядится телефон, я пойду и заряжу его. В общем, зарядка. Это самые нужные вещи, не какие-то там безделушки, а самые нужные вещи, боже, ребята. Боже мой, я же не могу дождаться своей очереди, пока я все, что у меня в рюкзаке. Ой, там много да, слаймов у тебя, клея, дальше, да, запустителя там, меня... много чего. Ой, у меня тут есть лазер. Лазер? Смотрите, я сейчас на блокнотик посвящу. Ух ты! У меня есть кошечка, я с этим лазером с кошечкой играю. И вообще, с уличными кошками я тоже так играю. В общем, прикольно. Да. Дальше. У меня есть вот такое вот сюда. Боже мой, я там... Покажи, покажи, сколько у тебя там мусора. А чего ж ты прячешь? Что, что там резиночки, какие-то браслетики? Да, у меня есть вот такая вот ручка, но да, вы видели у Ани, кстати, она больше, мне кажется, переливается у меня. Не знаю почему, но мне так кажется. Может, потому что я ее уже сильно потеребила. В общем, дальше. Потом у меня есть такой цветочек. Я просто его как-то давным-давно делала и просто забыла его выложить. Ты его сама делала? Прикольно, покажи, кстати. Да. Покажи, ну куда ты убираешь? Я...
Прикольненько. Я его сама делала, просто я его как-то забыла выложить. Дальше. Потом у меня есть резинка запасная, потому что если вдруг мне что-то захочется сделать... Как же у вас много резинок? Я в шоке. То я сделаю вот так вот, и у меня есть резинки две на голове, и нормально. Так, простите, но... Чёрная обычная. Простите. Простите, даже очень красиво. Всё? Нет, стой! И самая нужная вещь, когда у тебя разрядился телефон. Калькулятор? Калькулятор. Ну, ребят, у никого не было такой ситуации? Я сижу на математике, тут я хочу посмотреть, что-то решить на телефоне, и тут я понимаю, что у меня телефон разрядился. Тут такая, калькулятор такая. Честно и, собой? И, кстати, учителя калькулятора не запрещают, а телефоны запрещают. Ну. Кстати, вообще, я на самом деле никогда калькулятор не носила в школу. Я тоже. Все, теперь я. Наконец-то. Ура. Да? Вот мой портфель. Давай, пожалуйста. Вот такой вот у меня черненький портфельчик. Прикольненько. Да, здесь нарисованы божьи коровки. Внутри у меня есть что там? Блокнот, вот такой, там, блокнот. Где я люблю рисовать разные рисуночки, вот такие вот. Ух ты, шка. И также и писать. Сзади тоже есть такой блокнотик. Прикольно. Так, ну, для того, чтобы я писала в блокнотике, мне для этого, конечно же, понадобится пенал. Тут много у меня ручек, и, конечно же, как у всех, вот такая ручка с единорожкой. Да. Розовая, понимаете, прям розовая. И переливашка. Люблю переливашки, кстати. Следующий у меня тоже есть косметичка. Ну, мини-косметичка. А вы думали, она, что она не красится? Ага. Я не крашусь. Ага. Так вы же не знали, косметичка – это очень расширенное слово. В косметичке может лежать всякое. Например, как духи. Тоже. Смотрите, я так вот. Как я пахну. Как да. Меня прям прослезило. Так, здесь у меня еще есть гигиеническая помадка. Помните, откуда она? Все, красавица. И вот такая вот помада. Это блеск. А ты говоришь, не красишься. Так это блеск для губ, Аня. Ну что ты не понимаешь? Чтобы губки всегда были красивые. Да. У меня тоже блеск для губ. Так, что у меня еще есть интересное? У меня есть, если я буду снимать видео в лайк, кстати, подписывайтесь на нас в лайке. Вот такой вот штатив, мини-штатив. Это паучок вроде бы называется. И вот сюда вот телефон одевается, и так снимаешь видео. Ла-ла-ла-ла-ла. И все, у меня будет видео шикарное. Так, конечно же, слаймы. Как я без слайма? Ну я же говорила, что не слайм. Смотрите. Раз, два, три слайма. Зачем ты это все с собой носишь? О, давайте один откроем, посмотрим. Не, ну давайте. Ну ладно, давайте хотя, в принципе, один откроем, но я думаю. Это, кстати, баттери слайм. Это баттери слайм. Потому что она умеет, она же у нас слаймерша. Подожди, да. Давайте сделаем розочку. Все, красавица, розочка у нас. Положим. У меня есть еще вот такой. Это, кстати, магазины. Мне магазин этот не сильно нравится, потому что он плохо очень тянется. Из него розочку невозможно сделать. Зато я сюда добавила ароматизатор, теперь он очень пахнет. Сейчас включим. Лесной орех. Да, орех. Правильно. А здесь у меня снежный слайм. Я его не могу открыть, ну ладно. А, вот. Ну все. Вот такой. Давайте мы еще тут. Так, ладненько, что у меня еще есть? У меня есть часики. А смотрите, как эти часики умеют. У меня это не простые часики, а золотые. Угу. Ой, сейчас. А, вот. Разноцветные? Ого. Ну, разноцветные. Какая разница? Золотые и разноцветные. Смотрите. Прикольные, да? Да, мне тоже очень нравится. Вот. Они очень крутые. Они же светятся. И потом они, кстати, у меня такие две пары. Красные и зелененькие. Они потом сами выключаются по себе. Прикольно. У меня есть еще есть штатив. Еще один? Ой, селфи-палка запуталась. Вот так вот. Смотрите, ребят, она носит с собой и селфи-палку, и штатив. Зачем это ей все? И тут еще один штатив. И вот еще один штатив, да. Так. Здесь у меня еще, если я захочу сделать фотографию, будет слишком темно. Смотрите, я беру телефон, открываю его, одеваю вот так вот. Опа, включаю и фоткаюсь. Я буду красавицей. Так, кстати, и телефон. Также это, конечно, не все. У меня здесь есть кошелечек мой. Люблю этот кошелечек, кстати. Он красивенький очень. Потом салфетки. Куда же девочка без салфеток? Девочки, ай-яй-яй. У меня есть салфетки, я просто не хотела их показывать. У меня тоже есть салфетки. Да. Расскажи мне здесь. Наушнички, ну ничего интересного. И шоколадка, перекусик маленький. Все. Ну, конечно, может, куда же без шоколадки? А, ну хорошо. Значит так, ого, я так подумала, что... Многовато у меня слишком вещей, мне кажется. А, куда мне их все? У нас есть 2,
два человека. Аня и Дарина. Да. И вам решать, кто выиграл. У кого больше вещей? У Дарины и у Ани. Ребята, поэтому обязательно пишите в комментариях, как вы думаете, у кого больше вещей, да. У кого больше вещей, у Ани или у Дарины? Напишите обязательно в комментариях. А если вы думаете, что если вы думаете, что у них у обоих много вещей, то тогда ставьте пальчики вверх. А также пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Ну, короче, ребят, что мы вам объясним? Вы же знаете, вы же наши самые любимые единорожки. Звездочки и зайчики. Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки. Мы вас любим и хорошего вам дня. Всем пока! Пока!